Известной должно быть во всей России, да и во многих странах мира. Группа «Яхонт» начала снимать сериал о своих похождениях. 7 эпизодов уже доступны в сети, но это не единственная площадка, где музыканты расскажут о своей работе и жизни. Сериал будет выходить также на телеканале «Афонтово новости», тем более, что новую серию ребята снимают в нашем павильоне. А ее можно сломать? Конечно. В павильоне телекомпании легендарные музыканты ведут себя как школьники на экскурсии. Все им хочется потрогать, покрутить и даже попробовать себя в роли ведущих. Виталий, Илья и так далее, там подобное. Так и снимают сериал о своих похождениях музыканты Яхонта. Никакой наигранности, все как есть. Вот басиста Андрея Иголкина на съемках клипа в аэропорту пустили за штурвал авиалайнера. А это съемки другого клипа уже в электричке. Между дублями дурачится солист Виталий Селиванов. В студии «Афонтово новости» музыканты решили снять новый эпизод первого сезона. Играть в сущности особо не планировали. Романс! Романс! Но журналисты уговорили. И подгонял, и торопил. Я 100 путей прошел за много дней, но только путь один всего важней. Чистым полем путь до родных ворот. О, клево. Музыка и кино – это где-то сродни, когда начинаешь заниматься монтажом. Я много лет занимаюсь монтажом музыки. Вот, я хорошо представляю, что должна быть кульминация, что должно быть вступление, заключение. То есть этим занимаюсь в каждой песне, в каждом концерте, в каждом. Вот. А когда мне в руки попал iPad, а на iPad программка, простенькая программка, которую можно сделать в 5 секунд кино, мне стало интересно, насколько попробовать. Что из этого получится? Снимают на смартфон, монтируют на планшетнике, сами же загружают в сеть. Получается, никаких затрат на съемку, поэтому музыканты надеются снять по меньшей мере 18 сезонов, а именно 524 серии. Правда, откуда такое число, не знает никто. Бытует такое мнение, что музыканты, они, лентяи, ничего не делают. То есть, было бы интересно, мне, допустим, как музыканту, да, и показать людям, что вообще из себя работа представляет. То есть на студии работа в поездке, то есть сам концерт, подготовка к нему там. Это очень интересно. Чистым полем путь до родных ворот. Сериал «Похождения Яхонта» смотрите уже сегодня в эфире телеканала «Афонтово новости». Ну а свои комментарии отправляйте нам на сайт afontovo.ru. Телефон же для ваших новостей прежний 292-63 единицы. Виктор Самусенко, Илья Заречный, Дмитрий Яковлев, «Афонтово новости».